But there's a point where she took some little amount of thing. I don't know it was what. There's a point she'll remember. She'll tell us about it. Uh-huh. Mm. Окей, Света, значит, по его информации, которая у нее есть, ты примерно начиная с середины марта и до сегодняшнего дня находишься на автономном образе жизни. То есть, правда ли это, или верна ли эта информация, и было ли у тебя какое-нибудь потребление пищи и жидкостей за это время? No. 14 марта я зашла на автономные дни. So I started, my autonomous days on the 14th of March. Mm-hmm. Потом у меня через какое-то время была температура под 43 дня. И then after that, I had a very high fever, about 40 degrees for about 3 days. Я приостановила чистку, съев маленький кусочек арбуза, как со спичечный коробок. So and delayed or I stopped temporarily the cleansing that was going on by eating a little piece of watermelon the same size as a matchbox. Еще у меня было, что я две виноградинки, ну, как можно сказать, что пососала, и шкурку, и все вот эти вот внутренности я выплюнула. Еще вот такое было у меня. Yeah, and also I had this another thing where I took into my mouth two grapes, but I did not swallow them. I just kind of sucked the liquid, and I threw away all the solids. И один раз у меня было, что я откусила грушу, ну и в течение, наверное, часа я ее рассасывала, ловила, что я чувствую, какие состояния, и когда она полностью растворилась в ротовой полости, я ее проглотила. Это все, mm-hmm. что я употребляла с этого времени. Okay, and another time there was this instance when I took a bite of a pear and I would chew it for about an hour, liquefied, being conscious of different states that I was experiencing, and when it was completely liquefied, I swallowed it. So those are the only things that I consumed since then, since the 14th of March. Mm-hmm. Все, больше у меня еды не было. So I didn't have any food. Вот. И Света, и питья у тебя тоже не было, там соков, воды, чаев? Питья нет. Okay, and so I just wanted to clarify, ask her if she had any drinks, such as water, juices, teas, she said no. Their favorite food that they can't control themselves when they see it, their appetite just rises and they have to eat. Okay, следующий вопрос о нашей любимой еде. У многих людей есть привязанность к определенным видам еды. Когда они видят эту еду, им просто очень трудно себя контролировать, у них просто открываются рот, и они обязаны кушать. Yes, Frederick. How do you now see the food that you really liked, your favorite food? So now that you are in an autonomous lifestyle, if you look at the food that one time you were always getting, making you lose your self-control and you find yourself eating, how do you now see that food? Okay, very good question. Вот, он спрашивает, в какой перспективе или в каком свете ты сейчас видишь эти вещи в отношении еды, эти виды еды, к которым ты была привязана в прошлом. Потому что сейчас ты находишься на автономном образе жизни, вот, но в каком свете ты видишь эти вот виды пищи на сегодняшний день? Виды пищи я вижу на сегодняшний день, но это как что-то из прошлой жизни, они, конечно, были, и я их проработала, те продукты, те вкусы, те эмоции, которые у меня были связаны именно со вкусами, я их проработала, я их прожила, и поэтому, конечно же, у меня их нет. Что okay, я... Сейчас, одну секундочку. So, she says, I,
I see it as something belonging to my previous life. So because I did have those things, but I was working on them. I was clearing them out mentally, working on my attachments to those things, and now I so. Вот, и то есть ты как бы проработала их, и сейчас у тебя этой привязанности уже нету, да? Сейчас нет этой привязанности, но я еще, знаете, что забыла сказать? Чтобы было все по-честному, я капала в нос цикламеном, я не знаю, знаете такое или нет. И когда пошла чистка, я выпила 100 грамм полыни, травы полыни. Вот про это я вам забыла сказать, это у меня тоже было. Okay. So she says, but I worked on them, and I don't have those cravings anymore. But she says, it is really important for me to be honest with you. So during those time, I had some nasal drops of как называется это вещество, которое ты в нос капала? Цикламен. Это как бы медицинское средство от насморка или что это такое? Это ядовитый корень растения. Окей, сейчас, подожди секундочку, я переведу. So she put some drops in her nose of substance, plant substance called cyclamen. And actually cyclamen is a poisonous root of a certain plant. Что он делает? Он вычищает всю слизь, которая у нас с годами утрамбовалась в кость, он ее разъедает и выводит. Угу. То есть именно из костей, да? Именно, да, потому что здесь мы можем высморкаться, и на сухих днях обычные пазухи прочищаются, а вот глубинные, вот эти, которые уже утрамбованы, как косточка, они уже вот эта вот слизь, которая как кость утрамбована, она просто так уже не выводится. Okay. So and what this does is that it dissolves the mucus, but not the regular mucus that we have, the mucus that was solidified into the bones for a long time. So this particular substance kind of emulsifies it or something like that, and then it takes it out of the body. И потом эта субстанция выводит их из организма, да? Да, это выводит из организма, но нужна жидкость, и в моем организме, видимо, жидкости не хватило, чтобы прочистить. Это как я поняла. И я выпила немножечко полыни. But in order to use this substance, you need to provide your body with liquids. So in my case, in order to detoxify, so in my case, I just drank a little bit also a certain plant. I just wanna check the English name of it, just a moment. Я просто проверяю, как будет полынь по-английски. It's a sagebrush. Sagebrush. So I took some kind of essence of sagebrush mixed with water, and in addition to those drops. So, and that's what it имеешь в виду, что это тоже было в процессе вот этого вот времени, да, 14 марта, да? Да, это было буквально недели две назад. So, yeah, and this happened about 2 weeks ago.